хочу взять интервью у девушки, которая у нас сегодня полностью соответствовала дресс-коду, название гонки «Пляжная гонка». Вы видите, какой у нее оригинальный костюм. Это и плюс еще, я думаю, что в своей возрастной группе, если это будет не победитель, то призер это будет точно. Абсолютный победитель. Видите, какое удачное совпадение. И лучший костюм, и лучше показала время. Я вас очень прошу, пожалуйста, представьтесь, откуда вы? Я из Красногорска. У меня сын как раз ходит в эту лыжную секцию вашу. Так что большое спасибо за такой замечательный праздник. Нам очень все понравилось. Потрясающе подготовлена трасса. Очень хорошая организация. Все очень здорово на высшем уровне. И несмотря на то, что сегодня нет солнышка, оно у нас в душе. Очень хороший лыжный праздник. Спасибо большое, побольше таких. Спасибо вам за участие. Очень здорово. То есть у нас, оказывается, скоро будут бегать семейные династии. Бегают. Отлично. Поэтому праздник продолжается. Спасибо вам за выступление. Одевайтесь, наверное, очень сейчас. Спасибо. Шорты, футболка. Самое интересное у него кепка, бейсболка, да. Кепку арендовал у дочки. Так что часть приза, я думаю, придется поделиться с дочкой. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы? Меня зовут Алексей. Павшинская пойма. Кепка от дочки. Ариана, привет, ты молодец. Какую дистанцию вы сегодня преодолели? Я на самом деле преодолел 6 километров, чему очень доволен. Не хватило бы, наверное, на 15, но я рад, что мимо меня пробегали прекрасные мужчины. Смотрите, сегодня 7 апреля, да, когда бы это можно было подумать, что 7 апреля возможно провести гонку. Да, у нас проходили гонки в апреле, но по лужам, в воде. Как сегодня трасса была? Трасса замечательная, это же сказочный Красногорск, поэтому здесь всегда все необычно. Везде, наверное, все растаяло. Да. В фольдингах, в лавке, а в Красногорске все лежит, поэтому приезжайте, катайте, наверное, до июня. Хорошо, поэтому мы надеемся, что у нас гонки будут продолжаться, и вы будете Конечно. Постоянным нашим участником. Обязательно, спасибо, Максим, круто. Вот еще один участник в соответствующем дресс-коде. У нас сегодня была пляжная гонка. Правда, солнышко нам не очень подхватило, но скажите, пожалуйста, во-первых, представьтесь, откуда вы? Меня зовут Ганушкин Олег, я из Москвы. Вот. С удовольствием, на самом деле, поучаствовали сегодня. Большая редкость вообще выйти 8 апреля в Москве. На старт. А уж когда в положении вывесили пляжный дресс-код, то... Откуда вы узнали о сегодняшних соревнованиях? Интернет, скейтспорт. Да, так что... На самом деле, спасибо, что провели, состоялось. И на самом деле все молодцы, кто приехал. Потому что в последние дни вера уже была подорванная. Потому что реально все уже стаивает. А здесь сегодня просто сказка. Как трасса? Идеально. Вот идеально. Я уже говорила, что не в апреле мы проводили гонки, но в лужах. Сегодня и чистая, мне кажется, и достаточно укатанная. Чисто, ровно, скольжение от зимы ничем не отличалось. Только тепло и соответствующий дресс-код. Все, ну спасибо. Хорошо, приезжайте еще.